Всем привет! Сегодня буду разбирать свой Caterpillar КТС-60. Так, в принципе, аппарат меня полностью устраивает. Единственное, началась такая беда, вот кнопка звука не работает на уменьшение. На увеличение звука работает, программно все работает. А эта клавиша у меня перестала работать. Поэтому решил его скрыть и решить как-то эту проблему. Аппарату где-то 3,5 года, я им пользуюсь, топил его, но еще пока не вскрывал. В принципе, им доволен, он у меня в таком достаточно неплохом состоянии, но хочется вскрыть, посмотреть, решить эту проблему. Карту увалил. Открытие, открытие.
Ура! Починил. Ну да, теперь клавиша работает. Ну, может быть, не от нажатия работает. Хотя и от нажатия. Ху-ху! Е-е-е! Вот это да, своими руками, вот этими рученьками починил телефон. Супер. Так что не бойтесь, делайте. Главное, снимайте это на видео, чтобы не забыть, как собирать. Все, всем спасибо за внимание. Это был с вами Алексей и его Caterpillar CAT-S60. Свежесобранный. Всем пока.